никогда не надоест. Блин, опять. Обратитесь к старшему офицеру. Ввожу нектар. Нектар? Что-то я вообще в какие-то ебения залез. Я его вижу. Он в плавильной комнате. Уходит на гидравлической платформе. Он направляется к подъемникам. Останови его! Помни, он мне нужен живым! Сюда! Как поживаете, сержант? Это неплохо. У меня есть форма, есть пушка. Готов нести. Нет, все-таки огнемет был лучше. Огнемет мне нравился больше. Давайте хотя бы вот это что ли возьмем. Понеслась, парни! Хрень, конечно, но с другой стороны лучше, чем это шестиствольная непонятная дрень. Так. Некогда болту пинать! Некогда. Вы же не хотите сказать, что мне прыгать вниз? Это как-то тупо. Я что-то не хочу. Высоковато. В то же время похоже. А, слушай, он автоматически может спускаться. Я понял. Он умный. Гораздо умнее, чем я мог предположить. Нету. Вашу мать! Как ты соскользнул-то, ёлки-палки? Какого хрена только что произошло? Я шёл-то по бровочке. Он, видно, плечом задел. Слишком широкоплечий дядя оказался нахрен. Ёпт. Отсюда прямо. Я не собираюсь здесь день стоять, пошли! Давай быстрее! Шевели корябками, ёлки-палки! Дайте мне вот эту штуку, дайте эту штуку! Спасибо! Ну сейчас я всем надоем. Когда все закончится, давайте вернемся сюда. Вот. Ты что, дурак, что ли? Вот сюда. Любого урода на части порву. Нет, я так и не понял, почему я соскользнул. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас мы пойдем туда и разберем.
Ввожу нектар. Нет, он, смотрите, они же тут бегут. Значит, он не задел плечом, значит, он просто тупо упал. Вот придет. Реально он тупо упал. Так, нажмите кнопочку, называется. Ну. И что это? Я понял, это мне назад возвращаться, короче, да. И весело. Дайте мне огнемет. Мне с ним было интереснее намного. Какие пленные, братиш? Ты о чем? Пленных кормить надо. Ну, я хочу подняться, давайте. Оно приехало. Так, кому еще башку разложить? Все. А, во. У меня полный магазин пуль. И на все в твое имя. Поехали. Давай, поехали. Вот нектара прекращен. Я так и понял. Обратитесь к старшему офицеру за помощью. И? Это довольно сложно будет. Вот нектара прекращен. Обратитесь к старшему офицеру за помощью. Вот нектара прекращен. Обратитесь к старшему офицеру за помощью. Чё ж у него с, вот с нектаром-то такое творится? Обратитесь к старшему офицеру за помощью. Это он орёт. Вот нектара прекращен. Обратитесь к старшему офицеру за помощью. Вот нектара прекращен. Ввожу нектар. Ой, спасибо, красотуля. Я его взял! Буду через минуту. Держи его. Если заговорит, выбей ему зубы. Конец связи. Это ты кожаный плащ? Полагаю, мне лучше помолчать. Заткнись! Это был старший офицер? Заткнись! Он сержант. Сержант? Как ты? А он, похоже, за главного. Странная штука эта война. На ней мы слушаемся тех, кому в иное время и руки бы не подали. Заткнись, или получишь в челюсть кожаный плащ. Ха. Ты так веришь пропаганде. Глотаешь все подряд, не задумываясь. И чего тебе наплели? Что я людей ем? Что у меня плащ из человечьей кожи? Нравится? 100% хлопок. Знаешь, какое самое мощное оружие армии? Пропаганда. Пули? Вера. Угу. Вера тех, кто воюет. Если твои бойцы не верят в свое дело, зачем им вообще браться за оружие и стрелять? Вот тебя и кормят байками о врагах, чтобы ты их ненавидел,
чтобы стрелял в них, не задумываясь, чтобы считал себя героем. А ты типа такой весь хороший. Ты о чем? Друг мой, на каждой войне есть два лагеря. Ты уверен, что воюешь за правых? А по-моему, правых никогда не бывает. Лифт! Руки держите. Ты молодец, Пит. Ох, друг, ты об этом пожалеешь. Ты говоришь по-американски? Признаюсь, я не всегда следую советам Господа нашего. Но знаешь, у него есть пара отличных идей. Око за око, слышал о таком? Если ты отберешь что-то у меня, я имею право отобрать что-нибудь у тебя. Ты взял лекарство, наш нектар. И если ты не против, я заберу твой палец. Опять... Нектара нет. Давай, давай, давай. Око за око. Нельзя красть наш нектар. Это на память. О, боже мой. Фу. Отнесите его на борт. Мы готовы к вылету. Высылайте борт .1. Я думал, что... Это еще катсценка, но тут надо идти. Да, чувачок, не повезло тебе. Лучше бы ты был кожаным плащом. Главное, чтоб не кожаной флейтой. Пустите меня, ну. Всегда. Ну что? Ага, полетели. Чего? Ты забыл что-то? Убегай! Они знают, что ты не такой! Карпентер, залезай быстро! Это приказ! Таких, как ты, я знаю. Вы пацифисты в мирное время. Это как быть вегетарианцем в перерывах между приемами пищи. А как стейк нарезать, так вы в кусты. А я нет. Я хищник. И я ем мясо. Да? Не будь обезьяной, приятель. Обезьяны – животные. А животными я питаюсь. Улетаем нахрен отсюда! Забираем с собой пленника и труса. Трус, трус, трус! Трус! Знаете, сэр, вот око за око – это тема. Но кожаный плащ, я считаю, отнял у нас больше, чем стоит его палец. Да! Ну, и сколько же он, по-твоему, отнял? Руки так на две потянет. Да, две кисти он нам должен. Ну, как скажешь. Ну, это уж совсем. Кто б сомневался? И что делать будешь? А? Выстрелишь? Ах ты, тварь! Что там у вас происходит? Черт! Конечно же, задели пилота, да? Выстрел на миллион называется. Ввожу нектар. Пустынное что? Болото. Не знаю, как мне слышно, но наш борт сбили. Я заблудился где-то на болотах. Я потерял свое оружие. Повторяю, я безоружен. И кажется, у меня проблемы с распределителем нектара. Вы слышите меня? Да всем насрать, чувак. Это штаб. Борт 555 только что пропал с карты. Мобилизуйте отряд зачистки. 23-23-94, прием. Вы меня слышите? Черт, не пашет. Это плохо. Не пашет. Вас понял, приступайте. Найдите Карпентера. У нас проблема в работе с его распределителем нектара. Любопытно, куда идти. Реально, тут можно долго, похоже, топать. Диван?
Морган? Вы там? Пеши. Ремешок. Кто-нибудь? Кто-нибудь не подойдет. О, блин, кроет. Я Морган Дюваль. Младший капрал Тир. Броня сползает, Сэм. Давайте помогу. Посмотри на меня, боец! Ты принимал лекарства? Морган, да нормально с ним все. Ты ведь в порядке? Да, я в порядке. Нам надо закрешиться с тем чуваком, который лекарства не принимал. А кто посылает сигнал? Броня сползает, Сэм. Давайте помогу. Единственное, я не очень понимаю, куда мне топать. Друг мой, на каждой войне есть два лагеря. Ты уверен, что воюешь за правых? Мы идем туда. А ты вон туда. Просто животное. Просто животное! Это было жутко. Шейн Карпентер, база, ответьте. Со мной что-то происходит. Меня кто-нибудь слышит? Это у тебя отходники, чувак. Что-то это происходит. Что это? Светлячки? Ага. Ты только заметил. Блин, куда идти ты, ё-моё? Все такое похоже. Ну, красиво. Красиво, конечно, да, ничего не скажу. Такой здоровенный уровень. Довольно-таки атмосферно, только вот не хватает чавканья под ногами. Никаких следов, сэр. Но, похоже, его распределитель нектара был поврежден при крушении. Сейчас у него уже должна начаться ломка. Найти его будет легко. Нифига, я просто так не сдамся. Вас понял. По Карпентеру директива Хейс. Убейте его. Черт. Фак. Прожекторы. Вам меня не найти. Шейн Карпентер, меня прислали помочь тебе. Где? Иди со мной. Кто? Ты... Ты настоящий? Надейся, что да. Идем. Я не понимаю. Просто иди за мной! Да где ты? Просто говорит, иди за мной, если бы я еще видел его. А почему его убить? А, вот. Мы взяли след. Приближаемся. Так, мы видим его. Это Карпентер. Всем отрядам переключиться на запасную частоту. Это он может прослушивать. Давай быстрее! Они скоро будут здесь! У меня нету пушки. Дайте пушку. Контакт. Я потерял цель. Интересно, как они узнали, что он Шейн Карпентер, что ему нужна помощь? Ну, я имею в виду вот этих повстанцев-то его. Кто прислал этого дядю? Никух Маклай, ну, в смысле, это Иван Сусанин. Туда, что ли? Нет, туда нельзя. Хрен поймешь иногда, куда идти-то. Черт, прожекторы! Вам меня не найти. Шейн Карпентер, меня прислали помочь тебе. Иди со мной. Вот где вот он опять? Говна кусок.
настоящий? Надейся, что да. Идем. Я не понимаю. Просто иди за мной. Штаб, мы взяли след. Приближаемся. Так, мы видим его. Это Карпентер. Всем отрядам переключиться на запасную частоту. Эту он может прослушивать. Давай быстрее. Они скоро будут здесь. Давай, давай, Зусанин. Шевели тяпками. Но реально чавканья под ногами не хватает. По звуку тут, конечно, фейл. Кто ходил по болоту, тот знает, как там все булькает под ногами. Наблюдаю цель. Здесь вообще по воде аки посуху. Командир Альфа, видите цель? Он идет к мосту. Так, он идет к мосту, значит там... А, ну вон точно. Здесь можно было пройти по мосту-то. Давай! Твою мать. Блёд. Бегать он не умеет, если чё. Есть место, где спрятаться. За мной. Ну, пошли. Мерина хочет тебя защитить. Идем. Да? Кто такая? Кто такой? Залезай. Тихо. Может, хватит, не? Помолчи. Они могут нас услышать. Молчу, молчу. Чисто! Что там? Бум-бум-бум. Дайте пушку уже. Сюда. Ой, опять кроет. Дайте нектару. Сюда! Не, мне пушку и нектару. Во. Обязательно. Сюда! Надо поправиться. За мной! Нет, по-моему, ему уже все. Otro más. Mira, ya son muchos. Sí, ya son muchos. Ya no sé qué hacer. Tengo que decirle a Marina. Ты кого мучачей назвал? Слышишь ты? No me gusta nada. A mí tampoco. Debemos hablar con él. Sí, yo le digo. Pero es muy peligroso. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Да я понесу. А, ты живой остался? Можно оглядываться, кстати. Управление есть. Камерой-то можно вертеть. This is not a place of suffering. Что со мной происходит? Ты снова становишься человеком. Молчи, слушай меня. А где ты? Если приучить свое тело к чему-нибудь, то без него оно взбунтуется. Мы не вполне понимаем, как, но наркотик, что дают вам, защищает ваш разум от ужасов войны. Что бы вы ни творили, мир перед вами предстает чистым и светлым. Так это любой наркотик так. Тело привыкло к наркотику, и теперь у тебя ломка. Ну, понятно. В медиплавильне, на лифте,
Ты сделал кое-что, чего я прежде не наблюдал у ваших солдат. Проявил сочувствие. Ты особенный. Да, избранный Нео. Отдохни. А как поправишься, мы сможем выяснить причину. Ну ладно. Че, его даже не связали? При отходниках бывают такие глюки. Что наркошей надо все-таки связывать. Спасибо. Меня тут все о тебе расспрашивают. И что спрашивают? Хороший ли ты человек? Что ты им сказал? Ты как, стоять можешь? Думаю, да. Давай пройдемся. Мы постарались спасти как можно больше ваших. Мы разместили их в деревне. Нам с тобой повезло. Не все выжили в крушении. Люди говорят, что после всего, что сделали с нами твои солдаты, я не должен бы помогать тебе. Но я считаю, что жизнь гораздо сложнее, чем она кажется тем, кого захлестнули ненависть и злоба. Ты чем до войны занимался? В колледже учился. Раньше и оружие ты в руках не держал. И пошел в армию. Да. Радио, телевизор, интернет. Везде было полно плохих новостей. Даже слишком много. И я однажды себя спросил, что толку волноваться о несовершенстве мира, если сам не хочешь его изменить? Я ощутил вину. Ты захотел стать героем. Да. Но я знал, что сам по себе им не стану. Я видел рекламу Mental по телеку, репортажи. Хорошие люди в борьбе за хорошее дело в плохих местах. Они всегда оказываются в нужном месте, в нужное время. Мне следует просто выполнять их приказы, и я стану хорошим. Стану героем. Такая возможность у тебя осталась пока. Но до сего дня за тебя определяли, что плохо, а что хорошо. Ты отдал себя на откуп чужой морали. А истинная мораль внутри. Даже когда действуешь по чужому приказу, в соответствии с чужой моралью, отвечать за свои поступки все равно придется тебе, когда придет время. А когда придет время? Раскаяние и вину мы чувствуем не просто так, а из страха. Из страха, что кто-то все знает. И что однажды придется держать ответ за это. Друг мой, говорят, что у каждого внутри есть карта, на которой указан верный путь. Иди по нему. И когда придет время, тебе не придется искать оправданий. Слушайте, а сюжет такой довольно-таки интересный, я бы сказал. По крайней мере, видно, что это не простое графоманство, а действительно... Сраные макаки! Человек. В укрытие! Сценарий писал знающий. Вы, драные мартышки! Мясо! Бум! Нам не удалось отключить распределители у твоих людей. Они не мои люди. Отлично. Здесь против них только мы с тобой. Дайте пушку. Я знал. Я понял, как только тебя увидел. Ты не хищник. Ты мясо, как и они. Взгляни на себя. Ты муравей под моим микроскопом. Ты свинья под моим ножом. Дай пушку но и поговорим. Хороший кусок мяса сперва нужно подвесить. Он обязательно должен истечь кровью. Так что приготовься. Надо попасть внутрь, идем. Мясо!
Сэр, подождите нас! Зачищайте район и возвращайтесь на базу. Вы за это медали получите, парни. Бери оружие! Ну, наконец-то, ё-моё. Вам конец, сэр! Вы труп! Сейчас я возьму оружие и посмотрим. Где? Пушка, 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 пушка. Единственное оружие здесь находится в руках ваших врагов. Замечательно. Вам придется забрать его у них. Играя за повстанцев, вы можете украсть оружие у противника, но действовать придется быстро. Вступите в ближний бой с ремешком. Быстро нажмите. А почему бы вот там вот два трупа лежат повстанцев? Почему бы у них не взять оружие, я не понимаю. Только что их пристрелили же. Ну ладно. Так, вы должны действовать быстро. Нажмите, как только оглушите его атакой в ближнем бою. Где? Ремешок! Пеший! Прекратите! По-моему, они нам не враги! Если ты так думаешь... Да! Да пошел ты! Что ты, подонок? Ты убил его! Но меня тебе... Готов. Каково это, Карпентер? Каково знать, что тебе предстоит расплата за твои преступления? Иди сюда! Хватит базарить. Да пошел ты! Теперь, кстати, у нас нет нектара. Ты меня не убьешь, проклятый предатель! Не совсем понятно, где ты. Я здесь, Карпентер! Да вот я тебя ищу, давай, выходи. Что? Да, черт! Все будет хорошо. 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 Все. Нет, сюжет тебя цепляет, на самом деле. Хорошо, хорошо. Все будет хорошо. Пока что. Хорошо, хорошо. Все будет 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 хорошо. Я предатель. Правда? На каком основании тебя отправили сюда? Этнические чистки. Преступление против человечества. И какой же этнос тут чистит? Я... не знаю. Какие преступления? До вторжения Ментал у нас и армии-то толком не было. Да, ты предатель, но теперь ты на верной стороне. Уж будь в этом уверен. Но если вы не делаете ничего плохого, зачем Ментал забросил нас сюда? А вот это нам следует выяснить. Нектар. Меня зовут Габриэль Мерино. Шейн Карпентер. Габриэль, слышишь меня? Мы выяснили, откуда идет сигнал СОС. Открываю ворота. Мы поедем на охоту. Я так понимаю. Блин, так, подожди, у него должна быть пушка. Нет. Печально. Ладно. У меня патрончиков теперь. А вот, нет? Такое ощущение, что там были патроны, но их нет. Я умею прыгать.